Всем привет! Сегодня вы узнаете, как правильно распикировать рассаду томатов, чтобы она была крепкой и здоровой, а также узнаете как и когда ее первый раз подкормить. Начнем с пикировки. Пикировка томатов проводится для того, чтобы обеспечить растение отдельными емкостями, чтобы рассада получала в достатке питания, в достатке влагу и нормально, полноценно развивалась. Но самое главное, томаты наращивают при пикировке более мощную корневую систему, потому что мы томатики заглубляем по самые семядольные листочки. И в итоге образуются дополнительные корешки. Рассада начинает лучше расти, лучше развиваться, лучше усваивать питание. Посмотрите, на столе у меня сейчас рассада томатов. Она уже немножко переросла. Нужно было пикировать томаты немного ранее, когда только появились 2-3 настоящих листочка. Здесь уже начинает появляться четвертый листик. И рассада томатов первоначально была посеяна, семена были посеяны в недостаточно хороший субстрат. И если обратить внимание, можно заметить, что нижние листики томатов пожелтели. Это говорит о недостатке азота. А внутренняя сторона листа стала фиолетовой, пурпурной, антоциановый окрас появился. Это говорит о недостатке фосфора. Отдельные листики начали уже усыхать, на них появились некрозные пятнышки. А это говорит о недостатке калия в почве. Поэтому так важно делать сбалансированную по питанию субстрат, грунт для рассады томатов. Вносить удобрения, вносить древесную золу, биогумус, чтобы томатам в достатке хватало питания для нормального развития. Вот в таком субстрате рассада не может полноценно расти. Здесь идет явный перекос по питанию. Поэтому вот эту рассаду я буду спасать, пересаживать в отдельные стаканчики уже с плодородным грунтом. Итак, перед тем, как рассадить рассаду в отдельной емкости, нужно грунт немножечко пролить почвой, чтобы грунт с корней не осыпался. Желательно доставать, извлекать томаты, с комочком почвы на корнях тогда рассада будет лучше приживаться значит итак вначале мы должны подготовить питательный субстрат грунт для рассады Значит, как я его делаю? Я в принципе заправляю сразу же очень хорошо грунт и для молодой рассады, и уже для рассады, которую буду рассаживать в отдельной емкости. Значит, как я его готовлю? Рецепт у меня очень несложный. Можно купить в магазине э, торф раскисленный, либо уже готовые грунты на основе раскисленного верхового торфа. Беру одну часть вот этого субстрата торфяного и одну часть биогумуса, вермикомпост еще по-другому называется. Если у вас нет вермикомпоста, можете сдачи привести уже перепревший такой рассыпчатый компост тоже очень хорошая э, такая заправочка значит за одну часть я беру э, 5 литров допустим 5 литров торфа и 5 литров биогумуса и вместе их смешиваю зачем э, и почему так важно добавлять биогумус потому что биогумус содержит практически все необходимые макро и микроэлементы для нормального развития рассады и когда мы добавляем в почву биогумус, еще активизируются различные почные процессы. Начинают работать полезные бактерии, полезные грибы лучше начинают развиваться. Особенно если мы проливаем почву раствором триходермы той же, либо сенной палочки. Это все активизирует почные вот эти процессы. Рассада лучше развивается, менее подвержена различным заболеваниям. Далее смешиваем вот эти две части и еще добавляем обязательно два стакана древесной золы. Не стоит бояться, что зола слишком сделает грунт щелочным. Не сделает такое количество золы его щелочным, но зато грунт станет более питательным. В золе очень много микроэлементов, в частности кальция очень много, а также есть фосфор, калий, бор, есть магний и различные другие микроэлементы, которые так важны для рассады. Далее грунт отставляем в сторонку и выбираем емкости для посадки томатов. Значит, емкость для нормального развития рассады уже рассаженной должна быть хорошего подходящего объема. Объем для рассады томатов емкость должна быть объемом 400-500 миллилитров, и даже 600 миллилитров не будет лишним для томатов. И вот такие емкости мы заполняем грунтом немножко на дно добавляем и высаживаем наш э, томат, заглубляя по самые семидольные листочки. Затем томатики поливаем и ставим на стол. Обратите внимание, что сразу на окно лучше не ставить, потому что там яркое солнце палящее, а рассада еще не адаптировалась к новым условиям. Корневая система еще плохо работает, потому что травмировалась при пересадке. Поэтому ставьте вначале, вначале где-то на стол, где нет яркого солнца, 2-3 дня там подержали, а затем уже можно вернуть на солнечный подоконник. Кстати, томаты можно выращивать и в других емкостях. Не обязательно, это должны быть те же стаканчики от сметаны, которые я использую. Можно использовать и торфяные горшочки. Но будьте внимательны: в торфяных горшочках наруш... нарушается влага потому что торфяные горшки быстро влагу впитывают и быстро пересыхают затем, и идет такой перекос а, по влажности грунта резко мы заливаем рассаду, резко она пересыхает, вот эта почва, и, конечно же, это не идет во благо растениям. Немножко исправить ситуацию может такой способ. Обернуть трофяной стаканчик, горшочек по этиленовым пакетам. В этом случае как-то рассада себя чувствует более уверенно. Не так быстро вот этот трофяной горшочек пересыхает. Но все же лучше использовать обычные пластиковые стаканчики, либо покупные, либо, как я, использую от сметаны. Теперь поговорим про подкормки. Если вы уже распекировали томаты в отдельной емкости, не спешите проводить первую подкормку. Она пойдет только во вред. Рассада еще не может нормально усваивать питание после пересадки. Корни травмированы. Не надо туда сыпать минеральное, тем более, удобрение. Может рассада пострадать. Первую подкормку рассады томатов можно производить не ранее, чем через неделю после пикировки, а лучше через две. Значит, какие удобрения можно применять для подкормок? Ну, во-первых, это натуральное удобрение. Например, можно готовить картофельный отвар. Картофель в кожуре отвариваем без соли. Затем этот отвар нужно остудить и поливать им рассаду э, либо томатов, либо перца, либо других культур, которые у вас в доме растут. Э, хотя бы раз в неделю поливайте вот картофельным отваром рассаду, и она будет очень хорошо развиваться, потому что в картофельном отваре много полезных макро- и микроэлементов. Особенно богат картофельный отвар на калий. А, еще один хороший такой способ э, подкормить рассаду, опять же, бесплатным средством, это подкормка настоем банановой кожуры. Возьмите одну банановую кожуру, измельчите и залейте одним литром воды. К банановой кожуре, кстати, можно добавить чуть-чуть, буквально столовую ложечку измельченных корок апельсина, либо мандаринок. Все это заливаем водой и кипятим 10 минут. А затем уже остывшим отваром подкармливаем нашу рассаду. В таком отваре очень много полезных макро и микроэлементов. Причем они в небольшом количестве, в небольших дозировках. И можно этим отваром рассаду поливать по мере необходимости. Так же, как при обычном поливе. Вот рассаду мы обычно поливаем там 2-3 раза в неделю. И вот этим раствором, пожалуйста, каждый раз поливайте. И рассада будет такими микродозами получать необходимые элементы и микроэлементы для нормального роста и развития. А наверняка будет вопрос, а зачем кипятить кожуру бананов и апельсина? Дело в том, что эти фрукты приехали из дальних стран, и неизвестно, какие там инфекции, неизвестно, какие фитопатогены могут быть на этой кожуре. Поэтому лучше все-таки обезопасить себя, свою рассаду от различных заболеваний. Все же надежнее прокипятить, убить вот эти вредоносные всякие споры возможные, и затем уже остывшим, вот этим остывшим раствором подкармливать рассаду. Так как я готовлю уже хорошо такой заправленный грунт для рассады, и биогумус добавляю, и золу добавляю, я, в принципе, могу обходиться без каких-либо дополнительных подкормок. Рассада в этом грунте полноценно развивается, растет до самого момента посадки на постоянное место. Единственное, что я делаю, немножечко ее, как сказать, стимулирую в питании. Вот у меня есть такое удобрение, органоминеральный комплекс. Значит, здесь содержится целый комплекс различных бактерий. Значит, э, есть эсиная палочка, есть также грибы, там, триходерма та же. Здесь куча различных натуральных добавок. Э, циолит, значит, жмых, отрывы пшеничные, мясокосная мука э, и так далее, и так далее. Много всяких добавок. Это идет как биологическое такое удобрение. Э, Все-таки, наверное, в полной мере удобрение заменить э, он не может органоминеральный комплекс, но зато он обогащает почву полезными микроорганизмами. Поэтому все же один раз, когда я рассаду уже пересадил, проходит время, там 2-3 недельки, я один раз... Всего лишь достаточно один раз пролить э, вот, раствором этого э, биоудобрения. Значит, как я подкармливаю? Просто делаю зубочисткой небольшие отверстия в стаканчиках и забрасываю по пару гранулок. Здесь вот такие гранулки, которые достаточно быстро в почве растворяются, их микроорганизмы подъедают и, естественное питание почвы улучшается. Поэтому расход, опять же, ми минимальный. Несколько гранул, буквально там штуки 3-4 на один стаканчик. И все. Ваша рассада нормально полноценно развивается крепкая рассада томатов это залог хорошего урожая поэтому вовремя заправьте почву распекируйте рассаду чтобы она была по-настоящему сильной на этом все спасибо за лайки и подписку до новых встреч